И вторая песня, это такой боевичок, «Косыда от всяких Кабира». Кабир – древнее государство, в котором прожил часть жизни Хусейн Таиб аль-Махдади, свидетелем падения которого был, и произведение, от гибели которого написал в конце жизни. Пишет кровью и золою тростниковый мой калам. Было доброе и злое, помню только павший город, где мой клан в стену пролом. Спотыкался телом, помню в узких переулках, отдавался эхом гулким, лёг от медного тарана мой скальневого крыла. Thank you.
Поделаем.